Осталось еще два. Да неужели? Хорошо, что этот раз труп находится в соседней комнате, а не где-нибудь рядом с березой. Готов. Вообще придумал. Я уж задолбался шары по трубам таскать. Мы занимаемся этим ради того, чтобы покинуть комплекс Вавилов. Почему просто не выйти через нормальную дверь? К сожалению, есть только ненормальная. Вырубить!
Проклятие-то какое! Вам что-нибудь захватить? Не надо мне ничего захватывать. Я в свое время до Берлина дошел и его захватывал. И до столовой дойду. Да не гундите вы, я же вам помочь хотел. А то опять всю пюрешку разберут, вы ворчать будете. Иди уже, я догоню, сказал. Еще и перегоню. Как скажете. Что за люди? Ну нет у меня ноги, что ж я и не человек уже. Как с детем маленьким. Сам дойду. Без всяких этих ваших послаблений. Не жалости мне надо, а уважения. Ну ничего. Скоро я вас всех обгонять буду. Крас, что известно о девчонке Петровой? О докторе Ларисе Филатовой? Я так и сказал. Так ты в курсе, кто такая? А чего молчал? Доктор медицинских наук Лариса Филатова работает с академиком Сеченовым много лет. Дмитрий Сергеевич не просто так доверил ей одно из наиболее важных направлений в создании коллектива 2.0. Она заменила на этом посту погибшего Харитона Захарова. А это еще кто? Профессор медицины. Прославленный нейрохирург и один из двух победителей коричневой чумы. Захаров Харитон Родионович. Ближайший друг и соратник академика Сеченова. Они вместе стояли у истоков предприятия 3826. Очень хорошо, допустим. Но я про Филатова спросил. Талантливый нейрохирург, ученица и ассистентка товарища Захарова. После гибели профессора продолжила его работу. На сегодняшний день преступница и предательница Родины. В общих чертах понятно. Жалко, симпатичная.